О, да здесь несколько анимаций. Ладно, задание, в принципе, неплохое тем, что оно довольно сложное. Так что я, пожалуй, возьму его еще раз. Пытаюсь выполнить. Буквально не хватило нескольких секунд. Жалко, жалко. Может быть, в этот раз получится лучше. Будем надеяться. From an arms dealer. Man's got to protect his business after all. I'm gonna need you to pick up the shipments quick as you can. Также в этот раз возьмем багги. Не зря он курьером называется. Будем надеяться, что он поможет. Три, два, один, погнали. Вот эта скорость. Вот это другое дело. Хотя он не быстрее, нифига. Тихо-тихо, куда? Неуправляемая туфта. Так, бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Гребаная груша это. Мне там буквально несколько секунд не хватило. Было бы в запасе еще секунд 8, я бы смог. Я бы успел. Здесь у меня они будут, я думаю. Буду делать все быстрее. Такс. Так, пока время держу. Пока держу время. Не-не-не-не-не, слушайте. Без машины не попрет. Вот, по-моему, я его и завалил. Все. Это было последней каплей. Единственной моей ошибкой, но... Последняя точка. Слава богу, я перепрыгнул через камень. Давай! А где я так много в прошлый раз потерял, интересно? На чем? Сейчас у меня минут 13, а там было 2 секунды. Ну ладно, это я пока разбирался, понимал, куда ехать. Теперь надо снести это все обратно. То есть даже если бы я в прошлый раз успел положить... точнее, открыть ящик, то я бы не успел поехать обратно. Это уже было бы 100%. О-о-о-о-о, что ты творишь-то, ё-моё. Машина одичала. Совершенно дикая.
Так, ну если здесь не будет никакого форс-мажора, то... Что за... Нормально. Так, максимальный уровень здоровья плюс 29%, либо... Это дороже стоит просто. Я его сейчас продам. Блин, 1900 урона. Ну, а куда он все девает-то? Я не понимаю. Ладно, этот револьвер я продам. Пистолет-пулемет. Тоже продам. Это у нас 327. Лучше не продавать. Затем 293 с электрошокером. Так, давайте проверим. Почему нельзя сравнить? Ладно, неважно. Его, видимо, можно сравнить только с тем оружием, которое в продаже находится. А не с оружием из своего инвентаря. Весело придумали. Ничего не скажешь. Так. Продаем. Главное, робота своего не продать. Вот он. Его я не спутаю ни с чем. Так что можно не бояться. А, можно гранатомет продать на 2600. Так, продаем солидную сумму эту штуку. Продаем также эту штуку. Щит, ну не знаю, щит продавать стоит, продавать или нет. Да, он уже смешной, что я его храню-то. Второй нарт тоже смешной, конечно. Все. Используем там модификатор. Все. Что это у нас такое? Ничего такого. Здесь тоже ничего такого. Ну что, давайте посмотрим, что у нас там по следующим заданиям. Пожиратель живоглотов. Жижи. Сейчас только возьму другую тачку. Да не, я не сказал бы, что она там медленнее. Это просто кажется, потому что она больше. Так, главы в кучах, главы в кучах. Наверное, в этой куче что-то есть. Вот она. Today I punched a stalker so hard it turned inside out. End of chapter one. It is a known fact that stalkers find echo recorders delicious. You'll likely find the rest of Taggart's chapters within piles of stalker defecation. Так. Хороший щит. А, ну это аналогично тому, который я видел уже где-то. Даже не знаю где. Хотите сказать, что здесь еще какие-то главы? Так. Почему маячок не убирается? Мне еще что-то нужно здесь искать. Вот что меня волнует больше всего.
Видимо, нет. Видимо, нет. Тогда отправляемся на другую точку. Так, надо на нее заехать как-то по-другому. По-другому, говорю. Так, как оттуда-то лучше заехать? А, это пещера вообще. Понятно. Сейчас немножко поубиваем кое-кого. Ай-яй-яй-яй-яй, как нехорошо. Давай-давай-давай. Оп. Нифига, не пещера была, а просто проход на плато. Даже не плато, а кажется, открытая территория. Ладно, патронов у меня хоть попу ешь, так что не страшно. Потратить парочку. Давай-давай-давай. Отличненько. Здесь должно быть два. Две главы, два дневника. Территория больше, так что... Здесь и опухоли больше. Ну, схронов или как. Опухоль. Поставил лор себе на рингтон. Ну, отличный парень вообще. Спору нет. Да, что-то... Ириди все. Исчерпан на этой планете, я весь его нашел. А нет, полез. Что-то я опять забрал ненужное. Так. Вот, может, здесь еще одна запись, но нет. Ничего здесь больше нет, все кучи исследованы. Давайте вернемся обратно к автомобилю и поедем куда-нибудь в следующую точку. Нам осталось убить еще двоих для выполнения дополнительного, ну, подпункта этого дополнительного задания. Ой, господи, как темно-то что-то вообще. Ничего не видно. Странно. Так, тут надо определить, что ближе-то будет. Если я поеду сюда, или если я поеду сюда, сюда ближе. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас за границы карты провалюсь и все. И будет мне. Ой-ой-ой. Лети как кузнечик! Ну, примерно так он летает.